Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть в «Привет, сосед!» Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, наш соседушка на месте, и мы на месте, и мы готовы узнать все его тайны. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Но перед тем, как его разозлить, ребята, мы хотим поздравить нашего дорогого подписчика Данилу Благова с днем рождения! С днем рождения, дорогой друг! И всего-всего самого хорошего, успехов тебе во всем, чтобы ты добивался всех целей, которые поставил, и шел только вперед. Всех благ тебе, счастья, удачи и, конечно же, кучу-кучу здоровья! И, ребята, мы хотим сообщить, что он у нас редактор в группе ВКонтакте. Кстати говоря, заходите, подписывайтесь. У нас там много обсуждений. И, конечно же, давайте все вместе принимать участие. Ссылку на Данилу мы оставим в описании к этому видео. Можете также зайти на его страничку ВКонтакте и поздравить его с днем рождения. Да, ребята, давайте еще раз. С днем рождения, Данила! И ты большой-большой молодец. Да, продолжай в том же духе. Ну что, ребята, у нас здесь соседушка разгоряченный. Мы, насколько знаем, ключ у нас лежит вон там вот на втором этаже. Да, и нам нужно туда как-то попасть. А что для этого нужно сделать? Мы, если честно, в прошлый раз так особо и не разобрались. Можно напрямую войти в дверь, вот, вроде... Но все равно не получилось. Слушай, я никак не могу поднять эти доски, видимо, они не поднимаются. Действие не работает, но мы знаем, что здесь мы можем взять любые предметы. Смотри, дверь открыта там, да? Ага. А где он-то, интересно? Ну, пока что индикатора нету, то есть мы можем запрыгнуть. Да. А, то есть ты хочешь напрямую пойти? Не так, знаю, что-то тикает там. Тихо. Слушай, а что если телевизор у него взять, а? Так, телевизор можно было. Телевизор взять? Ну ладно, уже пошли дальше, посмотрим. Может его включить просто можно? Помнишь, мы в прошлый раз хотели на крышу залезть? И да. Нам не хватало... Слушай, нам ключ какой-то нужен наверняка, чтобы раскрутить вот эту гаечку. Согласен, согласен. Давай поищем, может быть... Ой, мне кажется, мы там чуть-чуть нашумели, нет? А на крышу не полезем? Я думал, мы полезем на крышу. А вот там прям прыгнем? А? Слушай, ну нам чуть-чуть не хватает, может быть что-то можно подложить здесь? Давай, ну так мы вот коробки там проходили, может быть и эти коробки можно взять, как ты думаешь? Слушай, давай попробуем взять коробки, вот не вот эту вот открытую, а эти пустые, да, например? А я не знаю, может и ту открытую, и как вообще? Опа, смотри, а нам одной хватит? А давай все возьмем, можем же все взять, да? Смотри, у нас 4 ячейки есть, давай 4 возьмем повыше. Ой, смотри, а мы прям запрыгнем. Слушай, а мы можем прям как домиком их сложить? А я не знаю, мы сейчас как раз это... Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Ой, друг, мы в твою коробку. Быстрее, убегаем. Свистнули коробку, свистнули, смотри, следит за нами. Ах, ты ж соседушка, давай позлим его немножко, а? Коробкой в него можно запулить? Слушай, давай брось в него коробку, реально. Правой кнопкой бросает, нет? Опа! Да, бросили него! Да, бросили. Слушай, коробку, ребята. Вот это мы его разозлили, мне кажется, а? Разозлили, следит за нами. Смотри, коробку еще заберет сейчас нашу. А нам она нужна, чтобы на крышу залезть. Слушай, ребята. Давай его, пусть он отойдет в сторону. Ну, пока он разминается, кстати говоря, можно было бы забежать в дом и там и накуролесить. Да, кстати, тоже как вариант. А смотри, наша банановая штука здесь лежит, а он не споткнулся. Он даже до сих пор не споткнулся об нашу банановую штуку. А мы будем запрыгивать-то, наверное? Ну, слушай, мы сейчас, если... Ой, если... Что мы делаем-то, а? Если будем запрыгивать, то он нас увидит, надо бы спрятаться. Думаешь? Давай из-за угла понаблюдаем за ним, а он возвращается домой, я понимаю, или он делает обход вокруг дома. Он нас увидел. Конечно, увидел. Мы же стояли и пялились. А, бежит сосед! Ребята, как страшно! Убегаем! Как страшно, ребята, просто... Перепрыгнем? Ох, прилетели. Так. И где он? Все, он пропал. Вон он. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Коробку пойду заберу. Коробку? Так. Надо коробку забрать, может быть на крышу сразу залезть, а? Отлично. И на крышу прям сразу... Слушай, да он прибежит сейчас и нас поймает там. Давай, да мы давай там спрячемся. Полжизни будем прятаться от него. Идет, да он идет. Опять, он идет сюда и... Может быть в дом-то зайдем, коли уж он... На крыльце? Да. Все, он зашел. Зашел в дом? Отлично. Главное, что в комнату к себе не зашел, да? Ну, я не знаю, может он пошел на второй этаж или еще куда-то.
А давай пробовать пока что... Так, вот здесь поставим, да, коробку? Ну да, может повыше на лестницу заберемся, все-таки мы ставить будем. Повыше можно ставить? Да. Так, неплохо. И вот здесь прям нужно поставить ее. Аккуратненько, да? Ну, наверное. А как, мы вот так можем поставить? Или вот именно вот так вот? Опа! Смотри, отличненько. И что, запрыгнуть на нее можно? Ну, попробуй. Ну-ка. Прыгается. Опа! Вниз прыгается. Тихо. Еще попыточку сделаем. Так, так. И хорошо. Отлично. Мне кажется, нужно две друг на друга и рядом еще одну. Тогда мы сможем как по ступенькам пройтись. Как да, а вот так можно поставить? Ой-ой-ой, он кидается. Тихо, перебросился. Опа, смотри, смотри, уже будет достаточно, мне кажется. Ну так мы, наверное, не запрыгнем, нужно еще. О, хорошо, хорошо. Отлично, ребята, еще один прыжок и вперед, да? Да, давай. Опа, отлично, мы на крыше, куда мы можем дальше пойти? Здесь мы упадем. Здесь обрыв. А сможешь перепрыгнуть вот на эту крышу? Может... Слушай, я даже не знаю, можно попробовать. Ну-ка. Вот смотри, сосед ушел. Куда-то ушел. Ой, он кидается чем-то. А как он залез? Он, смотри, а он сможет залезть вообще сюда? А я вот не знаю, кидается. Он может нас сбить, наверное, да? А я не знаю. Так, он может, куда-то в дом побежал. Будем? Он в дом куда-то побежал. Он сейчас, может, откуда-то вылезет. Ох ты ж, на тебе, ты посмотри. Перепрыгнули. Перепрыгнули, а где сосед? О, а вот уже, не видит. Потерял Отлично. Нас. Потерял. Ой. Тихо. Где Где-то он? Где-то здесь. Где он? Он, мне кажется, прям под нами. Во, смотри, он вылезал на дорогу. Он думает, ой, бросается. Опять бросается. Может, коробкой в него запулим? А, у нас нету коробок больше. У нас нет коробки. Слушай, он не знает, что с нами делать. И мне кажется, он побежал в дом. А давай попробуем в то окно, интересно, можно как-то пройти? Отлично. А что делать? Открыть его можно как-то? О, щелочка есть. Щелочка. Ой, ребята, застряли. Ну, он за нами наблюдает, но ничего не может сделать. Давай окно попробуем. Подожди. И ничего нельзя сделать. Подожди, окно нельзя как-нибудь открыть? Надеюсь. Блин, а может его как-то можно разбить? А чем надо чем-то взять, чтобы разбить? Ну, коробку, да. Например, кинуть, а у нас как у нас раз закончились. Нет. Ну, значит, надо спрыгивать и взять что-нибудь потяжелее и разбить это окно. Мы так. Теперь знаем, что сюда можно зайти, по крайней мере. А давай, может быть, мы незаметно можем взять как-нибудь коробку нашу, а наша вот там внизу стоит? Или мы их сбросили случайно? А может... Ой-ой-ой, тарелку! Может, тарелку можно взять? Ну-ка, наведи на нее. Давай-ка. Эх, не можем взять нет, тарелку. Нельзя, да, тарелочку? Она застряла просто в крыше. А давай, а если вот так? А нет, не можем? А если присесть? Не дотягиваемся, да? Ах, взяли, отлично, ребята! Отлично, теперь главное не шлепнуться. А давай, может быть, еще присядь? Ой. Так, подожди, присядем. И еще одну, может, взять сможем? Не-не-не. Ой, сейчас упадем и придется... Так, а как пустые руки, интересно, взять? А, это вопрос. 1, 2, 3, может быть, ячейки? Не хочет переключать. Ну, придется с коробкой прыгать. Отлично, прыжок с коробками. Ну? Слушай, мне как-то напрягает этот звук. Ох, отлично. Ой, отлично. Чуть не перелетели, ребята. Так. И давай попробуем бросить. О-о-о! Да ладно, смотри, мы пробрались в дом. А он не прибежит сюда? А я не знаю. Он забрался в дом? Он в доме? Не, мне кажется, вон он. Слушай, он не понимает, где мы, так что давай что-нибудь сделаем. А, ну-ка, зайдем сюда. Ну. Закрыто. Закрыто? А смотри, стрелочки туда указывают, видишь? Вот этой штуки, смотри. Здесь электричество идет, рубильник какой-то. Давай вырубим. Чё? Так. Иви? Не открывается. А может, вот это что? Может, где-то ключ есть? Так, мы... Так. Ну, нужно уходить отсюда. Подожди, стой, тихо. Ой-о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 й
смотри. Его можно активировать. Давай попробуем что-нибудь, может, включить или еще что-то сделать, а? Слушай, мне кажется, он где-то там ходит, нет? Давай вот на эту стрелку посмотрим, что с ней-то. Внимательно изучим ее. Давай присядем немножко, чтобы тихо ходить. Тихо. Так, а... слушай, а мне кажется, там рубильник, что ли, на стрелке на это есть? Ну, что-то там, да, такое интересное. Тихо. Он нас чувствует, нет? Ага. Он где-то внизу ходит. Так, да, здесь смотри, рубильник, да? Рубильник, да. А как к нему пробраться? Так. И действие. Нет, не хочет. Ах ты, мы дверь какую-то открыли. Да, дверь вниз открыли. Дверь вниз открыли. Слушай, может быть,
Где-то там и ключик есть какой-то заветный. А может быть и есть. А он там, ключик, да? Ключик от двери. А он там ходит. Смотри, здесь очень много коробок разных. Давай попробуем, может, она нам пригодится. Или вот мячик можно взять какой-нибудь, интересно. Мы взяли коробку с вещами. Ха! Прикол. Так, и куда ее кинуть? Не знаю. Я просто решил взять ее, предложить ее. Так, давай аккуратно спустимся. Так, так. О, он ушел, походу, на улицу. А это его комната, нет? Не знаю. Давай посмотрим, проверить надо. Смотри, там телефон есть. Нам нужен ключик, да, обязательно. А, слушай, а в шкафу мы можем спрятаться? А я не знаю, давай посмотрим, что в шкафу. Опа. И правда, да, действительно, можем. Можно в шкафу спрятаться. И если что, если он будет идти, он нас даже не заметит. Да. Будильник? Часы? Вот эти часы тикают. Ага. О, шар для боулинга. Давай возьмем, может, им что-нибудь разбить можно прям. А давай в окно бросим. О, смотри, здесь что-то еще. В окно бросим и спрячемся. Ну, я не знаю. Слушай, а может, мы в окно бросим, а потом через это окно можно будет залезть? Ой, ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, где ты? Ух! Он, мне кажется, вон там бродит. Так, боулинг-шар не получилось бросить. А дальше идем. А может, вот эта дверь откроется? Сюда все-таки какое-то электричество вело. Открывается? Смотри, мы смотрим. Бежим! В окно прыг! Спрятались. Мы спрятались? Да. Фух, ребята, это было стрёмно. Реально, он практически нас поймал. Да уж, ребята, это, конечно, было эпично. Ну-ка, ну-ка. Давай попробуем. Он, его здесь нет? А зачем вентиль вот этот вот? Может, его вот как-то врубить можно? Откуда вот этот провод? Мы же рубильник дернули, да? Да, и рубильник. Рубильник как раз. А может, наоборот, нужно его назад дернуть? Слушай, а мы дернули рубильник, и там что-то включилось, получается. В той комнате, да? Да. Ну-ка, давай обратно дернем его. И. Тихо. Тихо, тихо. Что он там делает, а? О, дверь открылась! Да ладно. Ты видел? Там нет. Дверь открыта, к которой мы не могли попасть, она открыта. Вот это? Нет, ну не там, внизу, внизу? На первом этаже, да. К которой мы не могли попасть, она открыта. Вот она, видишь, она открыта. Мне кажется, он туда зашел. А это его спальня, нет? Это его спальня? Да. Ну-ка, давай заходим, заходим. Да, ты думаешь, да? Мне побежали, кажется, он занимается. Побежали, побежали побыстрее. Побежали побыстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ой-ой-ой-шки, ой-ой-ой-ой. Так. Где он ходит-то? Я не знаю, где он ходит. Оп, в шкафчике спрятались. Заныкались, отлично, нас никто не найдет. Так, ребята, а где же он сам есть-то, а? Этот сосед. Может, в комнату пойдем, там что-нибудь интересное. Наверх? Лежит? Да нет, в эту комнату, в его. Не зря она ты была закрыта. Ты думаешь, там ключик? Да что-нибудь там спрятано, мне кажется. Ну и она была закрыта. Не мо... Что же там? Так. Где-то он рядом. Ничего на столе там нету. В ящиках давай посмотрим. Опа. Так, так, будильник, так. Будильник. Смотри, красный какой-то есть ящик. Ну-ка, давай откроем. Ой-ой-ой! Ребята дали драпу! Убежали, дали драпу! Убежали, просто убежали от него. Опа! Просто убежали, ребята. Вот это да. Вот это он нас не схватил сегодня, а? Да. Не даем шанса соседу. Вообще никакого шанса ему не даем нас поймать. Итак, что мы сегодня узнали? Так, пробрались наверх. Можно наверх залезть. Но дверь не можем открыть, вот нам момент. Нам нужен ключ, а где он, интересно, лежит, этот ключик? Где, да? Он, интересно, лежит? Так, давай-ка, наверное, опять пойдем к нему в комнату. Слушай, а может, где-то здесь лежит ключ? А, слушай, а мы в этой комнате еще ни разу не были, да? Да. Вот смотри, мы вот в этой комнате не были. Ничего нигде нету. Что ж ты прячешься-то? Да еще ничего не шумит даже. А вдруг он зашел? Да не зашел, у нас будет сейчас все замигать. О, можно покушать, а теперь нужно прятаться. Ой-ой-ой, бежим, бежим, мне кажется, у меня... Поймал сосед! Ребята! Ой, ох ты как, а! Слушай, я опять перепугался, а? Опять перепугался? Да что он такой страшный? Ребята, вы испугались? А что такое? Это опять какое-то видение нам, да? Что-то ничего не происходит? Да, не происходит. Походу, это какое-то загрузочное меню, или я не знаю, почему мы в комнате, из которой нельзя выбраться. Очень и большой здесь вопрос. Очень страшно. Да, ребята. Ой, оба мы маленькие. Смотри,
Сосед нас ищет. Смотри, какой он злой, а? Да ладно, дружище! Ох, страшно-то как, а? Да, ребята, страшилка, однако. Это действительно страшно. Так, а что, у нас здесь закрыт багажник, да? Что-то интересное там ключик. Есть. Нам нужен в любом случае ключик. Он нас опять заметил. Да что ж ты такой заметливый-то, сосед? Ха! Мы на другой стороне, и нас не надо трогать. Что-то, мне кажется, ты отчаянно побежал. Вот уже опасно, он уже бежит. А слушай, а что, не ускоряемся? Я хотел немножко сбить его с толку. В комнату запрыгивай сразу. Да, я хотел запрыгнуть в комнату. Вот в эту. Вот в эту? Ой. А здесь уже окна заделаны все. Понял? Да, а как так получилось? Вот хитрец, а. Ну-ка, опа, отлично. И смотри, можно сразу подставить. Нет, не убегается, ребята! Ой, это что он сделал? Ты чем плюнул, что ли, в нас? Ах ты, гад! Я все мамке расскажу. Тихо-тихо. Может, его укусим? Цепанем за что-нибудь, а? Может, коробкой в него? Сейчас он развернется и схватит тебя. Бежит. Слушай, может быть, где-то здесь гаечный ключ у нас в доме есть? Возможно, нужно искать обязательно. Мы тогда лестницу откроем. А что мы такие маленькие-то, а? Да, мы ничего не дотягиваемся. Маленькие мы малыши. Смотри, можем запрыгнуть зато. Отлично, это тоже неплохо. Хоть здесь-то мы можем во все комнаты. О, может, швабру? Швабру взять? А зачем она нам? Интересно, нужна? Не знаю, ведро с водой, ванна, гаечный ключ. Бывает в ванной гаечный ключ? Какой-то кривой унитаз? Может быть, в шкафу где-нибудь лежит, а? Так, давайте посмотрим. Нет, в шкафу нигде не лежит, а вот тут нету. Опа, мы туда даже не допрыгнем. Ну, по крайней мере, там точно нету. Так, но здесь тоже ничего нету. Явно точно не будет. О, холодильник, кстати говоря, интересно, есть в холодильнике что-нибудь? Да чё, пустой холодильник, дружище, ты чем питаешься вообще, а? Да, а вот здесь пособочка, может здесь гаечный ключ есть? Она закрыта? А нет, открыта. Она на себя открывается. Слушай, может там тоже, кстати, комнаты какие-то на себя открывались, а мы с тобой их дергали? Может быть. Вполне может быть. Слушай, не, мы дергали, там такой звук глухой был, как будто она закрыта. Думаешь? Так, а у нас гаечного ключа здесь нигде не завалялось на полке. В нашей-то комнате, да? Ну да. А чего почему нет? Почему бы и нет? А почему бы и нет? Так, а здесь? И здесь нет. Угу. Ничего интересного. Батареи нельзя с собой взять? Да, вот было интересно бы, если батареи можно было взять. Так, ребята, ну-ка прыгаем вниз. Здесь ничего нету у нас, ничего нету, шкаф. Закрыт. Да, в доме ничего полезного мы пока что не нашли, ребята. Ну ничего страшного, найдем в следующий раз, ребят. Я думаю, что мы сегодня прям хорошо так продвинулись. Да, мы смогли забраться на крышу, вот в эту комнатку. И поняли, что там есть какие-то рычаги, которыми можно открывать что-то или закрывать. Очень интересно на самом деле. И я думаю, в следующем видео продвинемся еще дальше. Ребята, с вас огромное количество лайков. Поддержите эту игру, команду Detol, и серии по ней будут выходить чаще. Подписывайтесь на канал, с вами была команда Detol, и до новых встреч в новых видео. Пока! До встречи, ребята, пока!